Всем привет! Всем привет! В прошлом выпуске мы закончили. Всем привет! Прошлый выпуск у нас закончился на том, что мы поехали забирать мотор на мою машину. Вот сейчас мотор мы забрали, едем в сервис, где его продиагностируют, проверят. Продавцы сказали, что мотор ок. Точно! Мамой клянусь. Работает отлично. Вот, естественно, все проверят. У меня мамы нет. И, дай бог, установят машину, и будет у меня машина работать отлично. Едем по трассе. Мотор у нас, к сожалению, привязать ничем не смогли. Едем аккуратненько. Вот следующее включение будет из сервиса. Раз, два, три. Ну что, ребят, привезли машину сейчас в сервис, загрузили с утра дома, привезли. До этого привезли мотор, не смогли подснять, потому что там тоже были свои нюансы. Вот сейчас разгружаем машину и оставим. Надеюсь, завтра уже буду с машиной. Все зависит вот от этого человека. Ну что, машину разгрузили, оставили мастерам в сервисе, ждем от них обратной связи, когда они сделают машину. Ну а сейчас сами подумаем, чем заняться. Кстати, друзья, у меня ко всем к вам просьба поддержать меня. Меня компания Технониколь номинировала вот, в конкурсе «Лучший кровельщик 2022». Вот, и там представлен мой дом, в котором я проживаю. Вот, ссылочку оставлю в описании, обязательно перейдите. Поддержите, проголосуйте за меня. Ну, можно голосовать как из телефона, так и с почты. А лучше, если вы сделаете этот из телефона, из почты. Два голоса будут от каждого от вас. И я уверен, что если вы меня поддержите, я обязательно победю. И всех победю. И всех победю. Выиграю. Внимание. То, что было, набило, откроется. Ну что, друзья, приехали мы на строительную выставку Росбилд 2023. Здесь очень красиво. Вот разворачиваю камеру. Много компаний представлено. Также есть наши партнеры от компании КЗС. Представлено там сваи, строительство. В общем, много что тоже представлено от них. Смотрите, какая красота у нас здесь есть. Прольются все слова, как дождь. И там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. Вот и такие детские городки тоже здесь представлены на выставке. Такие интересные решения. А главное, безопасно. Представлен завод 3D-архитектуры, вплоть до строительства домов. Можно печатать на принтере. Приятно познакомиться. Здравствуйте, здравствуйте. Свайка забетонная. Спасибо. Да, спасибо. Это не цель, а я все записываю. Даже не средство. Не новое,
Ну что, посетили мы выставку в Крок. Ну что, мы посетили выставку в экспоцентре. Сейчас находимся в центре Москвы и уже как бы будем выбираться из самой Москвы в сторону дома. Вот, а выставка, в принципе, интересная, много освещения, красивых решений. Вот, и если вы планируете строить себе дом, обязательно посещайте такие выставки. Не обязательно крупные, можно поменьше. Ездите, смотрите выставочные образцы. Вот, компания КЗС мне сделала вот такой подарок. Нахожусь я вот в Москва-Сити, получается. Вот такая красота. Хотелось бы отметить один нюанс, который, ну, приносит массу неудобств, так как это практически центр Москвы. Добраться сюда и припарковаться на своей машине очень проблематично. Если же можно найти место для парковки, ценник будет просто аховый. Вот пришлось парковать машину в одном месте, заказывать такси, ехать на такси. Вот это, конечно, очень неудобно. В общем, друзья, сейчас я выдвигаюсь в сторону дома. Ну что, ребят, вот я и добрался до дома. Конечно, общественный транспорт – это, в моем понимании, не совсем идеальный транспорт. Это электрички, метро, постоянные давки, толпы народа. Конечно, не сравнится со своим авто. Вот, но надеюсь, установка мотора и все остальное пройдет, все отлично будет, как бы мотор поставят, мотор будет достойный, ребята установят тоже все хорошо, качественно, и я смогу нормально пользоваться своей машиной. Но это вы уже увидите в следующем выпуске. На этом все, друзья, пока-пока.